каждым годом современные информационные технологии все активнее применяются в школах. Подтверждает это выставка, которую подготовили представители образовательных учреждений к традиционной августовской педагогической конференции. Электронная столовая, электронные учебники, классные журналы, электронная проходная. Все это еще пару лет назад казалось несбыточной мечтой, а теперь является повседневными атрибутами современной школы. У нас в регионе достаточно продвинутая система образования. У нас только за этот год мы отремонтировали, привели в порядок и оснастили современным оборудованием каждую третью школу. И уже сегодня количество школ абсолютно с современным ремонтом и с современным оборудованием уже превышает 80%. Новый учебный год в Ивановской области объявлен годом дошкольного образования. Самые актуальные вопросы – ликвидация очередей в детские сады и повышение заработной платы дошкольным работникам. На этих проблемах будет сосредоточено основное внимание. По обеспеченности детскими садами Ивановская область находится в первой двадцатке регионов России. У нас обеспеченность неплохая. У нас на сегодняшний день 10 муниципалитетов, которые полностью оснащены детскими садами. И вот сейчас мы потейковый вопрос решаем, я думаю. Будет 11. Но с другой стороны, потребность все равно остается очень высокой, в том числе и в областном центре, в городе Иванове. Это серьезная проблема. В этом году в Ивановской области появится 1700 мест для дошколят. Губернатор высказал пожелание, чтобы уже в детских садах ребята начинали знакомство с цифровыми электронными технологиями и уже в школу приходили достаточно подготовленными. В свою очередь, для учителей общеобразовательных школ глава региона приготовил приятный сюрприз. Губернатор дал поручение Департаменту финансов изыскать средства на сохранение выплат классным руководителям в 2014 году. Любовь Почеренкова, Андрей Семелков, РТВ Иваново.